В лесополосе обнаружен труп мужчины средних лет с признаками насильственной смерти. Так звучит легенда очередного задания, которое предстоит выполнить молодым следователям. Задача сделать все максимально точно, при этом не повредить следы, оставленные потенциальным преступником, и обнаружить все зацепки, которые бы привели правоохранители к человеку, совершившему правонарушение. Методика занятий – два блока. В первом об особенностях деятельности рассказывают опытные специалисты. Далее работу перехватывают участники сбора – молодые кадры. Проведение осмотра места происшествия имеет неотъемлемое значение при расследовании уголовных дел, поскольку в ходе его проведения фиксируются и изымаются какие-либо следы и объекты, в том числе которые могут быть оставлены под предполагаемыми подозреваемыми, а также свидетельствовать об их виновности, в том числе на стадии судебного рассмотрения уголовного дела. Учебно-методический сбор – апробированная форма обучения. Молодых следователей не приучают к кабинетной работе. Наоборот, условия полевые. Это позволяет каждому из начинающих специалистов Следственного комитета оценить свою степень готовности к выполнению непосредственных обязанностей, а также получить бесценный опыт, который им пригодится в повседневной деятельности. Преломление тех теоретических знаний на практике, то есть попрактиковаться на осмотре мест происшествий. Будут также специализированные занятия по огневой подготовке. Ну, и уже прошло тестирование по знанию норм уголовно-процессуального, уголовного законодательства. 3 дня насыщенного практикоориентированного обучения положат начало профессиональной карьере каждого из этих 27 молодых следователей. Важно, что для них выбранное дело – это мечта, воплощенная в действительность. Желание находить правду и идти до конца – это те качества, которые помогут молодым правоохранителям достойно пополнить кадровый потенциал следователей региона. Трудно работать везде и в любой профессии. Есть свои трудности, но и также есть какие-то определенные моменты, которые заставляют идти дальше и не отказываться от какой-то своей цели. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.